Уважаемые подписчики, почтеннейшие зрители, дорогие друзья, время неумолимо приближает нас к новому 2021 году. Сказать, что прошлый год был тяжелый, не сказать ничего. Карантин, самоизоляция, потопы, пожары, курс рубля. Кажется, не было ни одной сферы жизни, по которой не прошелся паровым катком этот трижды проклятый год. 2020 вылюбил нас в жесткой форме и даже не вызвал такси до дома. И только благодаря вам, вашим подпискам, лайкам и комментариям в нас сохранилось хоть что-то человеческое, и мы не начали снимать тиктоки. И в этот волшебный день, когда елочка сверкает огнями, а запотевшая бутылка нежно похрустывает в морозилке, я хотел бы... Аскель, ну какого хрена? Мы тут звук пишем. Антон, я, конечно, все понимаю. Канал подрос, толпы полуголых девиц и мужиков бегают за тобой по ярмаркам. Но, во-первых, цех сам себя не уберет, а во-вторых, надень штаны. Привет, с вами Кузница Виолунда, меня зовут Аскель, а его по-прежнему зовут Антон. Да блин, я же специально пресет сделал. Нет, весь год стояли на одних и тех же местах, на новогоднюю серию нужно местами обязательно поменяться, конечно. Так, это сюда, во. Мы правда хотели на Новый год сделать меч, но так как 70% смотрящих этот канал по-прежнему игнорируют кнопку «подписаться», а соотношение просмотров к комментариям находится на отметке 60 к 1, мы решили сделать эту серию максимально особенной. И поверьте, лучше прямо сейчас написать, какое изделие нам сделать в будущем году, ну или просто написать комментарий, поставить лайк и подписаться, потому что если все серии будут как сегодня, YouTube нас точно забанит. Вы могли подумать, что все эти бьюти-блогеры, рэперы-школьники и лайфхаки для людей с отрицательным IQ — это самое страшное, что вы видели на YouTube. Но после просмотра этой серии некоторым из вас, возможно, понадобится скорая психологическая помощь. Поэтому сразу дисклеймер! Всем несовершеннолетним, беременным, представителям SWJ... движение. Людям с неустойчивой психикой, высокой моралью, тонким чувством прекрасного и склонностью к тому, что называть шкурки наждачкой. Прямо сейчас мы даем ровно 5 секунд для того, чтобы выключить это видео. Раз, два, три, четыре, пять. Ну а для тех, кто остался, вас, дорогие друзья, ожидает ретроспектива всех наших всратых шуток, неудавшихся дублей, произошедших за весь этот съемочный год. Добро пожаловать на новогодний спешл от Кузницы Виолунда. Бери топор, руби хардкор. Ты опять растворителем надышался? Это было в 8-й серии, а в 1-й серии был Скромосакс. Ну вот, началось быть. В колхозе утро. Я готов. Скромосакс, что это такое и с чем его едят? Антон, не ешь Скромосакс. Первое, в чем нас пытается обмануть Википедия и Google, сука, текст. Там было слово «ликвать», ты понимаешь, что я его заменила? Я понимаю. Что ты за... с этими перебивками? Ты сбиваешь мне всю культурную речь, сука! Для нашего скромосакса мне понадобится два сорта стали. В данном случае мы возьмем сталь СТ-3, мягкую низкоуглеродистую, и У-8. Пошел. Ставь лайк, подписывайся! Я здесь, ты это написал, ты это и вставил. Все зашибись. Здесь должна была быть ставка, агитирующая вас подписываться, ставить лайки и комментировать эти видео. Но мы ничего не придумали, поэтому подписывайся, ставь лайк и комментируй это видео. Просто так. Потому что мы же старались. Потому что мы классные.
теслом прям ложись. У меня стол мешается ближе. А еще у меня из носа сопли текут теперь. Ничего страшного. Это нормально, когда, на давай, когда столько нюхаешь. Я вторую, вот так. Мне стол мешает. Ништяк, давай, это кино. Откидывайся. И дальше что? И дальше что? Ну... Сейчас. Там такой, да. Кажись, забился, да. В рукава набрал. Нормально. Взмахнула правой рукой. Походу, это не Бурат. Походу, вы мне не соду насыпали, да? Да. Опусти, пожалуйста, нож. Антон, опусти нож. Опусти это б***ский нож, сука, пидерство. Да, Антон, самоизоляция не прошла для тебя даром. Раньше ты хоть на свежем воздухе бывал, а сейчас ты совсем забурел. Зато много чего успел сделать. Вон у нас сколько теперь всякого. Вон сколько у нас теперь вилочек, например. Подсвечников. Бычков. Подковки вот еще. Ангелочек вот. Кочережечки еще получились. Вот и секретные кочережечки подъехали. Это маленькая, вот побольше у меня еще есть. Кстати, да, если по какой-то непонятной причине вы еще не знаете, что подарить на Новый год, и не знаете, что у нас есть магазин, переходите по ссылкам в описании, и вы все там найдете. А еще наши изделия позволяют не только осчастливить ваших близких, но и помочь нам сделать контент лучше. Кстати, о контенте. Переходим к дистанционному оружию. Ну, всегда включаешь камеру, и типа все перестают снимай, Денис! Вот это вот. Давай, подожди. Актерская игра Оскара! Нет, УЗИ. Или как можно поехать мозгами в режиме самоизоляции? Зачем ты ко мне прижимаешься? Не знаю, держи я... Держи дистанцию, я блядь. Стою ровно, это ты ко мне прижался, как последний пи***. Я надеюсь, ты это не снимал. Снимал, конечно. И сегодня мы с вами обсудим тему трудовой... дисфункции. Контузии. Ну или как не свихнуться мозгами после самоизоляции в режиме продолжения Переписываем. А ты записывал что-то? Я просто... Я привык красный... Нету на этом аппарате красной кнопочки. Ты сказал потренироваться. Ты сказал потренироваться, я тренируюсь. А он снимает, и все это пойдет в кадр. А, да? Да, так же, как ты меня послал, да? Да. Ладно, супер. Иди на... Здесь сверчки должны быть, да? Пока ты читаешь сценарий. Кто не выучил свои реплики? У меня очень много слов подряд. Обычно я их с бумажки читал за кадром. Если вы не понимаете, о чем мы говорим, то посмотрите предыдущее видео, оно будет где-то здесь. Ну а раз уж мы с вами заговорили. Да. Долго ты пальцами тыкал. Ты что? Покажи мне область, куда тыкать. Куда? Если вы не понимаете, о чем мы, посмотрите предыдущее видео, пи***, я обосрался. Та-та-та-та-та-та-та-та. Бади! Он же ему вот, да. Там прям вот на этих фалах, на костяшках. Давай, овса ставит музыку. Я буду руки твои целовать. Бля. Антон, отвать спокойно. Тебе. Только спокойно. Все, то есть вы уже в действии. Антон, это с ними, ты иди. Вот, за плечи. Держишь меня за плечи. Ты какой долбан, куда-то кого-то уводит за плечи.
походу, я. Я не помню, что за... Уводи! Ты сопротивляешься, Питер! А если вы хотите меч, подписывайтесь! Какой меч? Идите в лайки! Заберите его в дурку! И в конце собоитесь. Аскель, а тебе не кажется, что у нас за кадром как-то стало многовато гейских шуток? Это потому, что вы теперь блогеры. Не бачу логики! Все просто. На Ютубе двух белых гетеросексуальных мужиков как грязи. Поэтому шоу-бизнес начинает на вас влиять, чтобы вы стали какими-нибудь не такими, особенными, если вы понимаете, о чем я. Зрителя надо как-то заинтересовать. Это как, например? Ну, хотя бы так. Блядь, фу, блядь. Что это? Забери-то. Я сейчас форшну. Ты больной, что ли? Мы не блогеры, у нас высокоинтеллектуальный контент. Да что ж вы за деревенщины? Слесари, токаря, тиктокеры. Какая нафиг разница? Сейчас все блогеры. Границ больше нет. Вот граница, и с этой стороны нет блогеров. На Ютубе все блогеры. Это подразумевается. Иначе зачем людям нас смотреть? И вам придется делать страшные вещи ради просмотров. Это самое первое правило. Правило чего? Неписанного кодекса Ютуба. О, извините, там реакция на клип вышла. Нужно на него реакцию снять. Знаешь, просмотры просмотрами, но я лучше по 40 часов буду ковать изделия, чем вот это вот за 5 минут наснимать и получить миллионы просмотров. Поэтому и горячимся над каждой серией типа закалки мастер-класса. Задача попасть в кулак. Оп! Да, а что, уже снимаем, да? Здравствуйте. Отвинный ноготь с моей, осторожно. Он мне нужен, чтобы об гриндер палец не сточить. Я думал, в папе ковыряешься. Большим? А так ты думаешь, удобно? Неправильно, не в курсе. Ну и отпуск, в который тебе пора бы уже сходить. Ладно, ладно, ухожу. Я устал, я ухожу. Мухожу. Мухожу. Если у технарей от этих слов ничего не ёкает внутри, то у гуманитариев сейчас начались тяжелые вьетнамские флешбеки. Ибо наука сия подобна молодому сочинскому вину, разливаемому из багажника старой Волги. Это еще почему? Ёбку, грамм. Грамм. Я сказал, грамм. А, блядь. Зеркалы гасаные, блядь. Ёбку, грамм. Да, и нормально. Сердце, венцо в Ялте. Я забыл шутку дальше. Чё там? Почему мы выбрали эти стали? Однажды Антон сказал фразу. Сталь калина масло, железо на воду. Почему железо? Сука, долбоёба кусок. Так и сказал? То есть там, где необходима максимальная мягкость. Пошли. Она была упругой. Как в машин попки. Куэтус. Это записано, братан. Я знаю. Пластинки для лохов. Ножи. Выбор мастеров. Чего, блять? Слушай, а если это было только начало? Конечно, только начало. Канал молодой, столько еще не сделано. Да не, я про год. Вдруг следующий год будет еще хуже, чем этот? Нет, шанс так же мал, как если бы ты смог перебить мои карты. Кстати, у меня Street Flash. Мне жаль тебя расстраивать, Антон, но у меня...
Только не еще один такой год. Я могу нести любую хи**ню с выражением лица, что это не хи**ня. Древние славянарии использовали солнце для того, чтобы наполнить материал силой. Супермечи. Сейчас остановить. Не, ну вы видели? Видели? Ну, а чё я здесь стою? Стой, ровно. Делай вид, что ты не дебил. Вы спросите, почему пластилин? Дело в том, что в разогретом состоянии металл отличается от пластилина. Поэтому мы его используем. Мы сами не знаем, но это наглядно. Загибаются. Бля, давай на край поставим. Ой, ты, бля, какой. Иди на... Вот почему. Смотри, тут отвалилось. Да, да. А! Режет мне руки. Режет мне руки. Ласкает мне ноги. А, да что ж ты режешь-то, блэд? Ты как поставил, так я отрезал. Я не ставлю этот, как так-то, ну? Криво она здесь. Сука. Тяжело. Пальцы режет. Как и в попе тесно. 30 это нормально, а 35 уже перебор. Патология. Да, ну, в принципе, объективно комплексы, говоря. Комплексы, я бы сказал. То, что ты хотел 35 и хочешь. Поверь моему опыту, это достаточно. Ну, еще здесь большая длина, как говорится. Большому кораблю большое плавание. Шутник, ну что ж, все, что можно, мы порубили. Очканул, да? Не, нормально, я ж специально... А я тебя не вижу, поэтому... Сделай так, я... Все, что можно, я упал. А все, что нельзя, поковыряли. Бэтмен! Мы с друзьями любим ходить в молочный паб. Готов? Все, все расправлено, все растрепано, нормально. Да. Я красивый. Скажите мне, что я красивый. Красивый, красивый. Я не понял, а что, заказчик так и не забрал свое изделие? Да. Он себе робот-пылесос заказал, поэтому выбивалка для ковров ему больше не нужна. Зря. Такой отличный Морген. Нельзя называть это слово в видео. Почему? Ходят слухи, что один уважаемый человек упомянул в своем видео это слово, и к нему набежало такое количество школьников, что ему пришлось снимать пранки, сделать на лице тату и участвовать в челленджах. Поэтому ни в коем случае нельзя в наших роликах говорить слово «Моргенштерн». Антон, ты капитальный красавчик. Маски! Маски, выключи свет! Они лезут на свет! Давай скорей! Скорей! Я бы так сказал, тебе бы обратиться к мемологу. Чтобы он разъяснил, что те мемы, которые ты смотришь, они неправильные. Дегенераты вокруг нас. И мы одни из них. Я не вижу, где текст. Ну, ладно, давай я сделаю палку и цепь, а ты со своими пупырями разбирайся. Я ни хрена не понимаю в этих скретч-букингах, в скраб-букингах, френч-прессами. Ну, я не понимаю, путаюсь. Это бензин или растворилово? R4. Блин, а коптить будет что? Ах, она будет коптить. С вами Кузнец Вёлда и программа «И растворитель R4». «Вечерний растворитель». Сегодня у нас стол облит R4. Бух! Знаешь, такая картина, конечно, тряпки с 646-м. А также немножко буры и веселое настроение. Тряпки жжем, смеемся, приобретается уже аннотацию. Ладно, поехали. Всем привет, с вами канал Кузнец и Вёлунда, меня по-прежнему зовут Антон. Прости, Восьмой дубль запарываешь, тварь. Чего ты их раскололся-то вдруг?
Да я не знаю, мне с прошлого дубля я угораю. Да что, я остановиться не смог, потому что ты начал. Меня... Есть? Да. Всем. Окно я все-таки открою, да? Я кислородик отдыхнуть. Оставь. Драматургия пошла. Шекспир плачет. Хороший растворитель, слушай. Мне нравится. И вообще по бутылке. А спонсор сегодняшней передачи — растворитель R4. Но в Бетхим, между прочим. И поэтому без лишних слов мы переходим к первому пункту нашей программы. Тю-тю! Готов. Лопату ты отставляешь. Почему? У него Моргенштерн, потому что в руках. Я бы лучше был на длине лопаты от него. Ставьте лайки. Надеюсь, мы увидимся с вами в следующих сериях и нас не забанят за эту хуйню. А мы поехали как это до мексиканской границы. Мы же не в России на самом деле-то. Мы вообще вымышленные. Жопа. Хуйка. Да, раньше оно как-то попроще было. Не было всех этих разъяренных толп. Ага, а революции? Ну ладно, хотя бы летучих мышей не жрали. Угу, зато крыс жрали. Потом чума пол Европы выкосила. Зато тачки были лучше. Да, тачки были лучше. С ободами из кричного железа. И веселыми музыкантами, которые играли такую душевную музыку. One, two, three. Отправился в поход на дырявых ладьях в Англию терять. Это пиздец, это пиздец. Вперед плывет, какой позор. Шейм, шейм. Как будто жаба на болоте рыгает. Ай, блин. Ну что же там, ногами не шевели. Ой. Вы кузнецы? Ну да. А и ты теперь спрашиваешь, справитесь? Ишнишнишнуш? Справитесь. Да не, ишнишнишнуш. Ишнишнишнуш? Что, не рептилоид, что ли? Да подождите вы, святой. Блядь. Но направление твоей мысли мне нравится. Давай возьмем старое тележное колесо и копытный рашпиль. Копытный рашпиль — это моя фраза. Блэд. Но направление твоей мысли мне нравится. Сука, колешь меня. Я не колю тебя, я просто улыбаюсь и моргаю, как многие говорят. Почему Аскель смотрит в камеру, не моргаю сейчас? Да не моргаю я! Продолжай так же смотреть, не надо моргать. Тяжелый. Ну, а я думаю, что... Подожди, мой текст еще. Не вопрос. Снять колесо. Тяжело поутру колеса-то поднимать. На монтажке еще не работаешь, скажи спасибо. Да, спасибо. Обожаю на наших шкурках абразив Кубитрон 2. Шкурки, 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 шкурки. И буду шкурить, сука. Как же, блин, меня бомбит. Сука, где нужная, блин, шкурка? Ее вдышло. Потом ты такой, типа... А, вот она. Обожаю шкурки. Шкурки, 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 шкурки. А вы напишите нам в комментариях, каким бы фильмом вы хотели видеть отсылки еще. Сыпай! Или к аниме! Главная клавиша!
все, Аскель, Антон! Ща, я включаю. Ща, актерское мастерство. Опа! Теперь делайте шаг вперед. Делайте шаг вперед. Целуйтесь. Полшага назад. Какой же ты гандон. Так, Аскель, серьезно. Не обосрись. Ну а теперь, как вы любите, время демилитаризации. Аскель, дай-ка еще разок монетку. Она не у меня, долб***, кусок. Аскель, у тебя таблеточки от головы не будет? Смотри на столе, там оставались. Ну, эти я в прошлый раз уже пробовал. Поэтому сегодня с красненькой зайдем. А что ты делаешь? Разбираю очки. Нахуй? Чтобы приклеить их ко мне к ебану? Да. Зачем? Потому что Морфеус. Мы болгаркой отпилим. Поэтому сегодня мы будем... Поэтому сегодня мы будем делать топор. Мать, простите. Ты за***л колодца, я смотрю, сука, на тебя, и ты... Два стула, блядь. Два долба***а в кадре, блядь. Биби, Боба, давай. Короче, есть два стула. Два топора. Первый топор из лондонского Тауэра. Такой, второй, короче, из Лололенда. Лолонда. Тип 7 по кирпичнику. Вот это точно похоже на какие-то колеса. А это больше похоже на конфету, поэтому я ее выбираю. Да. Это была Виагра. Аскель, может, пора сделать вытяжку? Да она вот так у вас. Кто там опять шашлыки жарит? Аскель, я заготовку не чувствую. Ее у тебя нет. Что тебя смущает? Все хорошо. А ты это подснял, что ли? Да. Нехороший человек, редиска. Говорим? Жопа-писька. Жопа-писька. Сука, лампочка. Да, шайтан-машина. Мою сторону своей ебаной малахи. Все? А пока наш оператор балуется с кнопкой, я решил перекусить. А тем временем мне нужно рассказать вам о том, что я сделал кованый крестик для... Ой, крестик, лилию. Извините, не крестик, лилию. Да? Ты пишешь мой звук, которого на мне нет. Месье в глаза долбится. Ну, приятного просмотра. Не забывайте подписываться и ставить лайки. То есть ты крест посыпаешь белым порошком? Православненько. Сука. Вот именно поэтому это лилия. Здесь надо вставить это в Марию. Что? То есть ты как бы туда смотри, не в стену. Угу. Как NPC в стену. Пом-пом. Чпоньк, нету. Зачем? Зачем вы тупите все ваши изделия, мистер Кузнец? Зачем вы пытаетесь снять с себя ответственность? Не надо, мы могли... Перестаньте так делать.
Да я не могу! Я брак по пончику! Посмотри! Посмотри, он его разъел! Я говорю, его разъедает каждую сука секунду! Я не при делах, смотри, ну вот ну что я с этим могу сделать? Он его разъел! Пончик перекусил! Антон! Антон! Ну, да! Проснись! Я не сплю. Чё? Тебе опять же рептилоиды снились? Кажется, да. А ты опять таблетки рядом с растворителем хранил? Не, а где их еще хранить, кроме как с растворителем? Рядом с бурой, что ли? Логично. Я хоть Новый год не проспал? Нет, не успел. Отлично. Тогда у нас есть время навести красоту и подготовить праздничное освещение. Как-то оно все подозрительно и похоже на аварийное. Ну, как говорится, из любой ситуации надо уметь сделать праздник. Никаких компромиссов, даже перед лицом Армагеддона. Вот что отличает нас от видеоблогеров. Сломался, несите нового. Я пытаюсь пошутить, да. Но от этого мне так смешно, что я не могу пошутить. Чу на 200? Сколько? Я откуда знаю? Ну давай, лор есть какой-то? Сколько лет должно быть? Я не знаю. Нет, там все по-разному. Ядерная зима, вся хуйня. Да похуй. Мы любим число 200, потому что 300 отсоси у тракториста, а 100 мало. Заканчивай. Либо траву забей туда. А ну уже. Она не плющит. Она и не такое чувство, что тебе это доставляет удовольствие не меньше, чем мне. Когда девушка... А вот, больше. Знаешь, как девушки, а чулки натягивают, а у них ляжечки толстоватые, и чулки чуть меньшего размера, у них также пережимает. Сука, не туда ты хуй. Так, давайте тестовый прогон, как я выгляжу. Толкни. Это в моем прелесте, то просто любит жизнь. Любит праздники и громкий смех, быть дороги ветра свист. А что будет, если сейчас 220 суну? Пи***нет немножечко. Кого? Тебя. Потому что не, когда меня перестанет трясти, я тебе пи***ну немножечко. Вообще идеально было бы, если все это делается потом. Оно не работает. Включай в розетку. Я так мы упоротые, блядь. Да ладно. Это охуенно. Это называется, у меня такой стиль есть еще, акустическая техно. Она из цикла «Детские песни нового типа». Теперь мама, мама. Несмертный Джо, дай нам пинзак! Воды. Ну давай воды. Ну, ну, шевелится. Похрипни мне этой штукой. У меня так ничего. Boy, she wasn't lipstick, boy, she wasn't beautiful.
Да, снежок что-то не слабый для Москвы. Да, у нас тут вообще какая-то аномальная зона. Главное, чтобы как отель в сиянии снегом не засыпало. Я второй локдаун не заказывал. В теории да, можно даже умом тронуться. Пересмотреть взгляды, начать гуглить про Таре. Солнце, кузнец и удары молота. Ну, стучу, заготовку греется. Сейчас вы увидели древнюю славянскую магию, использование которой человечество не видело после того, как славяне выселились с Виманов. Они использовали силу солнца и энергию, которую направляли и разогревали все на свете. Таким образом были построены пирамиды, построены сфинксы и все остальное. Так древние люди смогли научиться многому. Они передали свои знания потомкам, и те начали обрабатывать сталь. После чего те люди, которые начали обрабатывать сталь, были рожденные. Они произошли от бога Ра. И тогда, когда рожденные начали использовать металл в виде железа, остальные жиды-рептилоиды поняли, что тогда можно их победить. Они взяли технологию и начали использовать другой металл, который не ржавеет. Соответственно, они начали использовать бронзу при помощи железных кулаков, обрабатывать ее. Добывали бронзу из недр земли, поэтому наша земля все время усыхала. Люди, прилетевшие с планеты Арии, начали, соответственно, бороться с ними. Я понял. Обращаю ваше внимание, что данная теория укладывается в логическое понимание. Потому как, когда я беру железку и начинаю по ней стучать, я черпаю энергию солнца для того, чтобы фактически термоядерный синтез, проходя через мои мышцы путем фотосинтеза и потребление мною с утра кашки, которая выросла за счет фотосинтеза, привела к тому, что я могу мышечную силу нагреть железку ударом. Так. А жидорептилоиды... Антон, если я когда-нибудь начну нести такую пургу, перемкни меня лопатой. Но я решил сработать на опережение. Ты лопату треснул. Серьезно? Да. Сидят двое, пьют чай с луковицей. Будет? Вполне себе средневековые чаепития с луковицей. Блин! Блин, вам не нравится. Сука! И звук из деревни дураков. Знаете, какой лучший комментарий под видео из музыки из деревни дураков? У меня вся жизнь под эту музыку прошла. Второй лучший комментарий, я каждое утро это в голове слышу. Это рептилоид. Это уже крик Тарзана. Значит, ты мог на ту картинку, которую я скидывал, курицы, из которой осьминожие... Остановись, он все это снимает. О, блядь. Эй, Вай, ты что делаешь? Зачем ты меня снимаешь? Фикс, блядь, тебя подери. Опять, ходит со мной, блядь, рассмотрит. Включай свою шарманку, я тебе сейчас все скажу. А, туалетная бумага нужна здесь, иногда бывает обосрешься, когда диск отлетает, но для этого у нас есть маска и туалетная бумага. Нет, ну когда ты одел сначала маску, тебе отлетает, тебе сразу нужна туалетная бумага. Если бы маски не было, тебе бы нужна была туалетная бумага, чтобы рану заткнуть. Делать мы это будем при помощи нашего любимого скобеля. Он будет снимать стружку с поверхности, как Он будет снимать стружку с поверхности, как сука. Эй, капуста! Туда смотрим. Спасибо за лайк, пописька, до свидуська. Машку заля. Спасибо за лайк, пописька, до свидуська. Все, есть. Добрый. Расходимся. Да. Сука, я палец в рот после морилки сниму. Так, ты, смотри, ты.
какая дрянь. Аскель, слушай, пока наши не собрались, пойди-ка ты дверь чем-нибудь подопри. Что, кого-то особенного ждешь? Ну ты и так видел наш контингент. А последнее время это стало переходить вообще все разумные границы. Это по-любому все из-за... чувак, коллайдера. Они разрывают своих пространств. А к нам всякая... нечисть, сука, лезет. Не в мою смену, чертова каракатица! Там кислоты целый мешок. Борный? Да. Она помогает от Атита. Забирает плохо, да? Да, не очень вообще. Не очень. Вообще не очень. Через трубочку вдруг. Ну что, поехали? Долгий перерыв в съемках был просто сейчас. Адреналин выйдет, как бы, погоди. Можешь отойти, выйти адреналином вот там вот. Всем привет, с вами Курица. Курица вел он, да? Толбоёбый, сука. Ты просто возьми как бы стоп-кадр, да? Дальше мы голос запишем. Давай я алфавит прочитаю, там соберешь. Всем блядь. Хайпанем немножечко. Хайпанем немножечко. Хайпанем немножечко. Зато можно 10-часовую уже делать. Продолжаем хайпить. О, по вселенной Ведьмака. Хайпанем немножечко. Данная запись фейк. Остановитесь, я сойду. Олдскулы сводят. Хорош ржать. Сейчас из себя кружки начну подкидывать. По вселенной Ведьмака. Хайпанем немножечко. Хайпанем немножечко. По вселенной Ведьмака. Как там, да? Как? Ты что, не умеешь? Я не умею. Да, на 3-4. Ну кто-нибудь посчитает? 3-4. 3-4. Какой позор! Старочка, чё флексить? Шею свело! Настает момент для чила! Можно говорить, да? Да. У нашего клинка мудацкий профиль. Придуманный дизайнерами CD Projekt Red. Но они классные ребята. Как я уже говорил, у нашего клинка мудацкий профиль. Поэтому мне сейчас предстоит разбить пластину на молоте, после чего сделать, как подсказал мне Аскель, отковать выкус нашего клинка. Вот я отсюда подцепляю и прям паяю. Обычно я, правда, чистую вон туда кладу, где пробка лежит. Ну все, ты меня заебал, блядь. Где не помог носок, сука, справиться, блядская портянка. Сейчас ты оценишь ебучий букет 19-го года. Урожая, мать твою! Покайся, сука, нахуй! Для тебя мы сделали вот этих прикольных золотых и медных монет. Ай, да что ты, надо шайтан, падаешь! Когда еврейское казачество восстало, в Биробиджане был переворот. Мы защищали нашего раввина, он бойко нам патроны продавал. А Исаула выбрали мекаться. Это вырезать стопудово. А также, если вы хотите... Чё ты мне дал, блядь? Рано. Да, ты сказал, сразу начинай копаться, давай я пью к тому б***ному моменту, когда ты... Блядь, не достанешь эту сраную монетку. Я, блядь, начинаю понимать, что ты переходишь к этому ебучему концу. Засовывай свою, блядь, клешню в ебучий этот пакет, ебучий из мошонки, блядь. Достаю сраную монетку, даю тебе в руки, и тут ты ломаешься. Ну, а, блядь, ебучий встать. Давай еще дублик.
Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться, ставить лайки, а также, если хотите поддержать наш канал, можете, сука, давно надо было поднять монеты. Приобретайте наши монеты. Всем удачи, пока-пока. Экспрессивный Антон. Надо же испортили, давайте еще раз. Кальмара копченого будешь? Он местами подгорел только. Неплохо, конечно, но кальмар без пива – деньги на ветер. Но вообще да, одними морепродуктами сыть не будешь, да? Что-нибудь закажем? Давай, сейчас позвоню куда-нибудь. Что-нибудь закажем. Да. Манда! Вторые сутки. Увеличивать напых! Хук. Хук с ним. Мне нравится твой подход в решении проблем, молодой человек. Антон, они очень хотят от нас меч. Знаешь, судя по показателям, ничего они от нас не хотят. Прости. Да ладно, ты весь в коже. Ты прям как мужчина в форме! Мужчины в форме! Почему наши фильмы выходят так редко и с задержкой на сутки? Оператор за***ся это все вырезать, да? Мудацкий российский монтаж! Сложно, сложно! Сложно, сука, сложно монтировать на читалке! Выпей вина и ложись на диван! Я больше не могу, помогите! Они держат меня! Антон! Зачем? Зачем, мистер сценарист, вы все пытаетесь? Зачем вы складываете слова? Соединять слова. То-то-то-то-то-то. То-то-то-то-то-то. То-то-то-то-то-то-то-то. Отлично, у нас есть зачина. Интро снято, погнали. О, а я его везде искал. Это Apple Macintosh. Экспериментальная модель. Концептуальная. Да пошел ты в шубу. Да, я забываю. Концептуальная. 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 Он сфера. Концепция, охуенная. Да, ноутбук да, сфера. А, да, концепция. Ах, да, да, да. Ты только... Лизнула. Фатима, поджигай. А, я думал, мы как гачи. Давай. Но мне кажется, мы узковато. У Зенькую полосочку взяли. Мы же его пошире. Благо. Пока шкурка у нас много. Пока у нашего режопера подгорает пукан и он жжет стены, поэтому у нас здесь немножко дымненько. Вот. Мы предварительно обрезали немножко формы. Плюнь. Надо смочить. Надо смочить. Пошли вон. Блин, было всего лишь вчера. Да? Нет, потому что мы каждый раз делаем серию, ну такую, чтобы не заморачиваться. Пошел ты нахуй. Чтобы попроще, да побыстрее. То какой-то всратый ножик сделаем. То вот, типа, ебаная мачете, но там ковки на 10 минут. Да, примерно так он мне уже писал всем. Да? Ну ты мразь просто, блядь. Какая же так? Это мы пропускаем момент. Хорошо не стали записывать, что в ковке на 10 минут. Ну шутку, типа, да давай из листа выпилим, но это все, обковать нечего, варить ну, нечего. Вытри сопли и берите по стреле, поезжайте в чисто поле, только не на шевроле, вы садитесь на коней. Антон, а это кто? Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, ролик вам понравился. Наш прототип показал себя великолепно на тестах.
Пора отправить его заказчику. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я забыл, что дальше говорить. Оставим это на Новый год. Всем спасибо. Пока-пока. Про комментарии я сказал. Кто там? Это Инквизиция. Нам поступил запрос о том, что вы тут делаете, ксенотех. Вы обвиняетесь в ереси по отношению к Богу Императору. Вы ничего не докажете. Ваши обвинения нарушают устав временного парадокса. Пустите именем Императора. Хоть погреться. В канцелярии опять все перепутали. Вместо вальхальцев прислали катачанцев. А вместо пальто для них прислали цистерну инсектицида от тиранидов. Ну будьте же людьми. Товарищи, вам на другой канал. Вдруг вы из Альфа-Легиона? Я вас не знаю, идите на... Там причем видно, как между вами огонек тлеет на полу. Это искры между нами. Благо, реплика небольшая. Поэтому тебе было время порепетировать, да? Неделя на то, чтобы вычитать сценарий. Все, решено. Я знаю, что мы будем делать. Долбать. Чего мне ваш конец красный? Зачем? Зачем, мистер сценарист? Давайте еще другой. Ключ на старт! Поехали? Да! Поехали! Сверло бьет, блин! Включай этот автоход, ломаем сверло и расходимся. Сам сказал, блин. Я включил. Сверло не сломалось. А мы значит не расходимся, блин. Ля ты крыса! Да, слабоумие отвага. Когда сквозь сейчас проколупаешь, хуя. Бортик будет. Подними еще раз ложку. Е-бой! Уф. Блин, оно повисло соплёй. Я фразу забыл. С***лись с ручки. К игре у морку за брюшко. Глубже. Пощекочи мой пупок. Прекрасно. Удачи. Ну давай, удачи тебе, юдишка. Ну Какое у тебя твердое плечо. Я вижу у тебя спиннер. Сымай свои шкирнишки, я покажу тебе, кто босс ей качал. Никита, это надо для новогодней серии было снимать. Я это снимаю. Снимаешь, да? Ну, бабам, да. Монтаж грибов, сука, в это, в ногу. Палец приклеился. Я много клея намазал в разные места. Я думал, сука, грибы приклеятся. Там на подошве еще паре мест. И на пятке есть. Да, и на носке пару мест. Так что ты вот как держишь, так и держись. Никит, пожалуйста, давай как-нибудь ты... Я уже снимаю, все нормально. А, я понял. То на прошлой неделе на мою девушку упал космодесантник. Зачем? Зачем? Ты в камеру моргнул.
Ну что, все готово? Ну, так, последние штришки. Ну что, надо подготовить бункер для Санты. А что, ты думаешь, сработает? Конечно, ведь всем известно, что хорошим мальчикам Санта дарит подарки. Ну, да. Ну мы-то были очень плохими мальчиками. А что Санта дарит плохим мальчикам? Уважаемые зрители, этот год стал первым для нашего YouTube-канала. Несмотря на то, что 2020 год преподнес для нас много испытаний и трудностей, создание видео для вас стало неотъемлемой частью нашей жизни. Но все это было бы невозможно без вас, людей, которые смотрят, подписываются, ставят лайки, некоторые дизлайки, и, самое главное, осмысленно комментируют все, что происходит на экране. В наше время встретить такое количество интересных и адекватных людей в комментариях, черт побери, находка. И это говорит нам о том, что мы делаем правильное дело. Поэтому мы хотим вам сказать спасибо за то, что вы с нами. И в следующем году мы очень постараемся вас не разочаровать. Мы хотим пожелать вам побольше здоровья, сил, восприятия, выносливости, харизмы и интеллекта, ловкости и удачи. И, конечно же, пусть и на вашей улице однажды перевернется грузовик с бурой. Да ладно. Ерши сработали.